Здравствуйте, разрешите? Да. Жильцы микрорайона Кумыска уже знакомы с представителями Госпожнадзора и администрации железнодорожного района. Ведь рейды по пожарной безопасности проводятся у них регулярно. Сотрудники МЧС посещают каждый дом, ведь, как они сами отмечают, именно из-за халатности домочадцев происходит большая часть возгораний в зимний период. Так как наступают холода, люди начинают топить печи, используют электронагревательные приборы кустарного производства, тем самым происходят пожары. В первую очередь проверяются малоимущие семьи, у которых нет возможности ремонтировать печь либо проводку. Конечно же, с них начинаем в первую очередь. Однако есть и такие жильцы, которые не то что игнорируют правила пожарной безопасности, они о них даже не знают. Почему вы ничего не делаете для устранения этих нарушений? Не сделаем. В принципе, про проводку мы не знали. Не знали? Ну, что ее нужно менять. Незнание элементарных правил не освобождает горожан от ответственности. И если в первый раз сотрудники МЧС выписали предупреждение нарушителю, то в следующий они наложат на него штраф от 1500 рублей. Как отмечают в министерстве, такие методы оказываются довольно действенными. Ведь по сравнению с прошлым годом в городе наблюдается заметное снижение пожаров в жилых домах. Руслан Батуев, Михаил Циренов. Новости дня.